Итак, друзья, последние новости по Windows 11, поехали. Ну, первая хорошая новость, все-таки вышло последнее обновление, значит, 22.7.3.9. Это обновление предшествующее, кстати, 22.7.0.6. было 7.0.6. И вот в новом обновлении у нас, друзья, докрутили еще лучше, докрутили производительность процессоров AMD Ryzen. Причем очень серьезно, там производительность возросла чуть ли не там не на 15% согласно моему 3D-марку, тесту в моем 3D-марке, по-моему, даже на 20%, ну ладно, не суть. Прикол в том, что, друзья, это говорит о том, что надо скачивать последнее обновление. Но, опять же, появились проблемы с Wi-Fi. У меня лично произошла следующая особенность, какая-то странная. Мне надо временно было... я решил проверить вот эту ошибку с Wi-Fi и вытащил провод, из своего ПК, обычный вот провод Ethernet, интернет, да, и, соответственно, Wi-Fi у меня работал отлично при последнем обновлении, потом я воткнул обратно этот провод, и, что вы думали, у меня пропал интернет. Я его перевтыкал несколько раз, там туда-сюда, там думал, в чем проблема, черт возьми, бился потом сам, потом, я не знаю... Короче, все, значит, завершилось тем, что, друзья, значит, я взял просто другой провод, перевоткнул, и интернет появился. Что это было? Почему так? Потому что до этого я и раньше отключал кабель Ethernet и подключал, и ничего такого не было. Друзья, что дальше? Что дальше? Это то, что в целом, конечно же, баги есть, новое обновление, но, друзья, все равно я рекомендую скачивать последнее обновление, потому что... залатываются дыры, очень важно, и улучшается производительность процессоров AMD Ryzen. Друзья, вот как-то так вот, ну и напомню, что компания, Microsoft официально ушла из России, теперь не купить никакие там вообще продукты, да, разве что только те, которые остались, на сайте, там, на сайте продаж, которые еще остались на складах, короче. Это первая особенность. Ну, а вторая особенность, друзья, это то, что, многие говорят о том, что теперь не установить. Мне скидывали несколько раз, что вот, не скачать, я не могу скачать Windows. Но я проверял, опять же, с официального сайта, как всегда, утилитку скачивал. Все создается, и загрузочная флешка. И, естественно, если вы купили Windows, вам надо переустановить ПК, либо установить где-то, то вам, естественно, это приложение понравится. Поэтому ссылка будет в описании, скачивайте, до сих пор работает. Мне несколько раз скидывали, что уже не работает. Где-то там человек говорил, что ему ответили, что нельзя теперь скачивать и так далее. Но, скорее всего, он собирался покупать как-то, или не знаю, ну, либо какими-то другими ресурсами пользуется. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такие вот печальные новости. Кстати, как вам обои? Эти обои, специально для Xbox обои от компании Microsoft. Это, я так понимаю, внутренности новой, последней Xbox One X. И, выглядит неплохо, хотя ужасно. Я не знаю, что там отражается, либо мне кажется. Выглядит неплохо, но, опять же, я их ими не пользуюсь, с ними не сижу. Вот, что за... Вот откуда это? Может быть... Свет, если убрать, вообще не все равно остается. Я не знаю, что это. Отражение света с улицы. Друзья, вот так вот, как-то так, вот такие вот новости. Не знаю еще, что вам сказать, что добавить. Так что, считаю ли я сейчас, что следует обновляться до Windows 11? И я считаю, да, что именно сейчас следует обновляться до Windows 11. Вот, собственно, и все сейчас стоит, и... Вот так вот. Соответственно, ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.